Это город Росаш на юге Воронежской области. Росаш – город воинской доблести. В историческом центре, на месте бывшего штаба Альпийского корпуса, построен детский сад в рамках так называемой операции «Улыбка». Росашанцы встретили это с пониманием, но, как оказалось, кроме детсада, который является памятником солдатам фашистской Италии, было незаконно обманным путем обустроено еще три памятника солдатам фашистской Италии. Здесь, в центральном сквере Кирова, на окраине города возле кладбища и в районе села Новая Калитва. На сегодняшний день бесславная операция «Улыбка» практически завершена. Все три памятника демонтированы. А детский сад останется как напоминание о той страшной войне, о том, что было разрушено 185 детских садов на территории Воронежской области, 1300 с лишним школ. Но чтобы этот детский сад не только был памятником солдатам, а еще и напоминал о том, что были казни женщин, детей, мирного населения, мы будем добиваться, чтобы перед входом во двор была поставлена мемориальная стела, на которой будет написано, что она посвящена детям, казненным альпийскими стрелками Муссолини фашистской Италии. А на месте этой площадки, где стояла шляпа с пером, мы предлагаем поставить красивую беседку, чтобы молодые могли назначать здесь свидания, встречаться даже под дождем. Эта беседка будет в виде башни Теремного дворца в Кремле. Такую же точно наши школьники, юные кровельщики, сделали в детском лагере «Смена» в Анапе. И будем добиваться, чтобы сквер был переименован в сквер Победы, чтобы в нем было обустроено то, что нужно людям для отдыха. Небольшой камерный фонтанчик, скамейки, а в небе на растяжках между трех столбов, чтобы колыхался клин журавлей, напоминающий о победе наших защитников Отечества.